истязала трехлетнего ребенка в детском саду. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей воспитательницы дошкольного учреждения поселка Апастово. По версии следствия, 56-летняя женщина в январе этого года пнула малыша и толкнула его. Мать, заметив синяки, обратилась в больницу и полицию. Бывшая 56-летняя воспитательница детского сада Апастовского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного 156-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале «ТНВ». Подписывайтесь!